В Ненецком округе чествовали одаренных детей, победителей интеллектуальных конкурсов, региональных и всероссийских олимпиад школьников и студентов, а также их наставников. Во Дворце культуры «Арктика» прошла торжественная церемония награждения участников второго фестиваля «Одаренные дети Арктики». Участие в нем приняли более 2000 школьников и студентов. За время проведения фестиваля состоялось 21 мероприятие. В результате выявлено более 30 одаренных детей. Среди сидящих в зале победители региональных этапов олимпиад и конкурсов – спортсмены, литераторы, краеведы. 11-классник Вадим Зубанков – победитель олимпиады по технологии. Один из 30 лучших детей округа. Парень уверен в правильности поговорки «учеба и труд – все перетрут». Нужна большая усидчивость и стремление. Можно бросить просто все на полпути и ничего не добиться. Впрочем, Вадим признался, половина успеха по праву принадлежит педагогу-наставнику. Ведь именно благодаря его мудрым советам он добился победы. Просто я более ответственно стараюсь относиться к своей работе и выставлять цели перед собой и достигать этих целей. И также ставить конкретные цели перед учеником, что он должен добиться. И стараемся вместе добиться этих целей. Научно-исследовательские творческие конкурсы, лекции, тренинги. Фестиваль «Одаренные дети Арктики» стартовал в регионе 8 февраля. Он проводится во второй раз с целью популяризации пропаганды науки, научных знаний, достижений науки и техники, выявления, сопровождения, поддержки одаренных детей и подростков Ненецкого округа. Вообще все, кто находится в зале, они все одаренные и талантливые. Вообще, в принципе, любой ребенок, он в чем-то талантлив, и задача педагога – раскрыть этот талант, определить ту область, в которой он является одаренным. Имена всех победителей в этом году пополнит региональный банк одаренных детей. Его актуализация продлится до начала нового учебного года. Безусловно, это один из таких бонусов для поступления в высшее учебное заведение, потому что при поступлении в высшее учебное заведение от них также требуется портфолио и с данными, уже грамотами, дипломами ребята могут попасть и получить дополнительные баллы при поступлении. По данным профильного департамента, в банке одаренных детей Ненецкого округа сейчас числятся 180 его юных жителей, в том числе 106 в Наринмаре и 74 в окружных селах. При этом интеллектуальную одаренность показал 121 школьник, творческую 46, спортивную 10. Ольга Русул, Вадим Ностин, телеканал «Север».